1 ноября в Каспийске состоялось открытие реконструированных дворовых территорий жилых домов. Отметим, что данные объекты были реализованы по программе «Комфортная городская среда» на 2023 год. Сегодня мы открываем дворовые территории на территории нашего города. Значит, у нас 5 дворовых территорий и 4 общественных. Это федеральный проект «Комфортная городская среда». Финансирование за счет средств федерального бюджета. На благоустройство нашего города в этом году потрачено порядка 90 миллионов рублей. Церемония открытия прошла по следующим территориям: улицы Ильяшенко, Азиза Алиева, Ленина и другие. На объектах проделана установка беседок, детских оборудований, резиновых покрытий детских площадок, спортивных воркаут-оборудования, асфальтирование территории, а также строительные работы. Первый заместитель главы Каспийска Сергей Шахвалиев рассказал о сроках сдачи и планах на следующий год. Работы в соответствии с контрактом шли, начиная с апреля месяца, и вот в октябре мы уже подводим итог, подвели итог этим работам, и сегодня вот у нас торжественная приемка этой дворовой территории. В следующем году мы планируем благоустроить 4 дворовые территории и 3 общественные территории. Кроме того, представители администрации Каспийска подготовили для юных горожан сладкий стол в честь открытия новых детских площадок.